Два завода построят в Алматинской области. Инвесторы готовы вложить в регион более 43,5 миллиардов тенге и в 2023 году запустить производство востребованных на рынке тепла, звука и гидроизоляционных материалов. Транснациональная компания «Технониколь» из целого ряда стран выбрала Казахстан, а именно Алматинскую область, отметив инвестиционную привлекательность не только в географическом положении, но и в активном сотрудничестве местных властей в поддержке новых бизнес-проектов. На строительном рынке компания «Технониколь» работает 28 лет и представлена 54 заводами. Продукция используется в изоляции стен, кровель, фасадов, внутренних перегородок и сельскохозяйственном строительстве. Первоначально освоение азиатского рынка инвесторы планировали начать с Узбекистана, но в итоге первое предприятие появится в ЖТСУ. Долго компания выбирала место для строительства, рассматривались и другие страны. Ваш уровень поддержки, уровень открытости, уровень предугадывания желаний, он очень высокий. И могу сказать, что даже как бы выше, чем во многих регионах Российской Федерации. Компания «Технониколь» предоставит более 32 гектаров земли в индустриальной зоне Кайрат в Талгарском районе. В течение 3 лет там построят предприятие по производству полимерной изоляции. Его мощность превысит 400 тысяч кубометров продукции в год. Почти в 4 раза больше будут выпускать на заводе теплоизоляционного материала из каменной ваты. У нас обязательно до открытия завода, до открытия какой-то торговой деятельности открывается учебный центр. И мы сейчас планируем открыть в Алмате. Через обучающий центр в среднем год проходит 1000 как студентов, так и подрядчиков. Результатом переговоров стало подписание трехстороннего меморандума между торговым представительством Казахстана в России, областным акиматом и компанией. Таким образом, уже до 2023 года в регионе появится 240 новых рабочих мест. Еламан Раймбеков, Куаныш Тургенбаев, Хабар 24, Алматинская область.